Здорово, друзья! С вами Андрей Доцент, и это... Шата! Новая игра на тему мистики, скажем так, призраков и так далее. Ну что, давайте посмотрим, что у нас тут такого интересного. Старт гейм! Так. Enter the Puzzle Horror. Опа-на! Нажмите E, чтобы открыть компьютер. Так, нажал E. Нам нужен монитор, что-то клиент. Так. Что такое? Нет. Download. Давайте скачаем новую версию. Какую версию скачали? Хрен знает. Глава первая. Возвращение какое-то. Так. Ага. Мы играем за робота, можем открыть компьютер, открыть, что у нас тут? Калибровка камеры. Здорово, Рокки, новичок. Я Барри, твой, короче, какой-то диспатчер. Следуй моим инструкциям, и все, типа, будет зашибись. Так, включи генератор, возьми фото какое-то, калибрейшн тест. Потом... Загрузи это фото, но это, конечно, здорово. А, во как. Так, нифига себе. Так, стойте. Надо разобраться. Куда ехать? Так, стойте. Сейчас надо сообразить. Так... Может, какие-то еще кнопки есть? Может, что-то я не знаю? Давайте посмотрим. Так, или... Или надо что-то здесь порыться. Ну, давайте посмотрим. Так, ага, ед, закрыть компьютер. Ну, с этим все понятно. Где-то я в каком-то месте очутился, хрен его знает. Так, это у нас вообще вид чуть ли не от первого лица. Так, это у нас ночное видение, это я понял. Что ж повернуть-то нам надо? Что же нам надо повернуть? Как отсюда выбраться? Как выбраться-то? Так. Ну, я-то понял, что... Так, вот, можем усмотреться. А что будет, если посветить на нас? Да не, ничего не будет. Так, это, конечно, здорово. Так, давайте-ка еще раз. Так, включить... А, вот что надо было сделать, ё-моё. Всего-то. Так. Надо приблизить. Что? Движение. Так, движение. А, ну вот, можно так почитать. Возьмите фотографию. Hold space. Open computer. Так, это E. Мышка это от первого... Лица. Так, Shift это у нас ускорение. Генератор. Опа-на, включили генератор. Так. Включили генератор, это хорошо. Возьмите фото. Какое фото? Так. И загрузили фото. Что такое? Что я вижу здесь? Ни хрена не вижу. А что нам надо сфоткать? А, вот это, видимо, надо сфоткать. Так. Так вот. Ага, вот. Теперь загружаем. Отлично. Отличная работа, новичок. Камера откалибрована. Так, ну все, закрываем и поехали дальше. Это у нас была такая своего рода тренировка. И вот мы выехали. Надо разогнаться. От первого лица, что ли, покататься? Знаете, так прикольно, я вам скажу. Только куда дальше ехать? Здесь мы вряд ли проедем. Ага, я это понял. Ой! А, перезарядка, энергия. У нас-то энергия.
Села? А, вот, что у нас тут? Нет? Не вариант? Ну ладно. Так, а что у нас тут? Вот это что такое у нас? Что-то камера как-то себя странно ведет. И тут не проедешь. Так, надо осмотреться. Так, left. Использование левой кнопки мыши выкачивает вашу батарейку. Скажем так, тратим мы ее. Ну какой-то, я вам скажу, хреновый вид от первого лица. Ну да ладно. Как нам попасть-то? Туда, куда мы хотим попасть. Что-то вообще как-то... Я, честно говоря, даже не знаю, что делать. Так, что у нас тут? Так, сделай фотографию. Короче, ворот каких-то. Не надо мне скейп. Так, ну давайте сделаем. Так, отлично. Что у нас тут такое? Добавлено в архив. Наконец-то, что-то я попал, мой бог, там, и так далее. В общем, не будем на этом зацикливаться. Добавим фотографию. Так. Что у нас там? Подтверждение. Так, сделай фотографию, картинку адресного номера ворот. Где мне их надо быть-то? Может, тут где-то? Так, стойте. Чё-то, короче. Так. Нет, нет, нужен адрес. Адрес нужен мне. Где мне адрес найти? Может, где-нибудь тут внутри что-нибудь? Так, тут мы... Ага, ну тут мы ничего не сделаем. Надо все-таки где-то тут искать. А где? Где он? А, вот адрес. Так. Фоткой. Отлично. Загрузили. Отлично. Ворота открылись. Так, нужно посмотреть на граффити какой-то. Фотографию граффити, и ворота у нас открылись. Куда мы едем? Ага, вид от первого лица. Вот так вот мы можем осмотреться. Но лучше, конечно, ага, вот. А вы гляньте, он автоматически фоткает. Так. Теперь нам нужно сфоткать главный этот. Вход. Ну, что-то я, конечно, сомневаюсь, что это главный вход. Фоткай! Нужно вернуться к генератору. У меня энергия кончилась. Генератор. Да. Что это было? Ну, мистика, как всегда, зашкаливает. Что у нас тут? Так, проверь. Это Hellway. По всей видимости, это у нас как, ну... Прихожая, что ли? Давайте попробуем проверить. Так. Да? А, тут у нас есть что-нибудь? Так, от первого лица, что ли, ездить будем? Ну, давайте поездим. Что это у нас тут? Часы. Сфоткаем. Сфоткаем часы, отошлем, может, что-нибудь получим. Что я здесь вижу? Ничего не видно. Так, здесь мы были. Тут закрыто. А тут выход. Тогда придется ехать налево. Ага, хрен из два. Тихо. Что это сейчас было такое? Так.
посмотри вокруг и что-то, короче, попробуй там сделать что-нибудь необычное. Ну, давайте попробуем что-нибудь необычное сделать. Так, а тут... Опа-на, кто-то тут есть. Открылось. Это что у нас такое? Щелкнул. Я заснял это. Ну-ка. Отлично. Так. Так, еще какие-то фотографии сделать. Ну, давайте попробуем. Поехали внутрь. Так, что-то тут. Ух ты. Давай-ка. Что-то нам даст? Ничего нам это не даст. Так, так, так. Что-нибудь есть? Интересное, необычное. А ну-ка здесь. А, ну так мы здесь и были-то. О-о-о. Перезарядка. Что это такое? Так. Что такое? Так, загружаем. Ой, закрылись. Меня тут заперли. Сейчас, наверное, тут я не смогу выехать, да? Делать. Слава богу, хоть не за человека играем. Не так сыкотно. Опа-на, уходи. Так, это надо щелкнуть, отправить. Да ты чё, там же написано, уходи. Так, откуда звук? Отсюда, что ли? Нет. Так, надо все-таки двери, наверное, щелкнуть. Так, сфотографировали. Ничего здесь нет. Ладно. Попробуем тогда эту щелкнуть. Ну-ка. Отлично. Тоже ничего сверхъестественного. Что у нас тут? Книга. Вот это вот уже, знаете ли... Есть! Я снял это. Паранормальную активность. Так. Посмотрите еще какую-нибудь паранормальную активность. Мне надо сначала выбраться отсюда. А, нет, открыто. И тут открыто. Часы. Надо к часам ехать. Так, щелкнули. Отлично. Отправляем и грузим фото. Так, что у нас тут? Версия 1.0 доступна. Давайте загрузим. И у нас уже глава вторая. Вторая глава, видите, оформление поменялось. Загрузить последнее фото. В общем, обновились мы до версии 1.0. Новые задания, новое оборудование. Здорово. Загрузить последнее фото. И чё? А, ничего. Ладно. Ну, думаю, мы на этом с вами закончим. А, продолжим исследовать всю эту мистику с помощью нашего маленького робота в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, ставить лайки, разумеется, и заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка в описании. Всё, друзья. Всем пока.